Салама Самадашвілі, депутат парламенту Грузії від опозиційної партії ЛЕЛО, колишній посол Грузії у Євросоюзі, з нами на прямому зв'язку. Салама, вітаємо вас. Здравствуйте, привітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Що відбувається зараз у Тбілісі? Бо я вже бачила інформацію про заворушення під стінами парламенту. Розкажіть, що бачите ви? К сожалению, большинство сегодня в Грузии, в грузинском парламенте в руках у России, потому что это, конечно, прямо исполнение желания Владимира Путина, что сегодня произошло в парламенте, потому что принятие этого закона, это значит конец всем настоящим мечтам грузин, потому что настоящая мечта грузин – это, конечно, европейское будущее и принятием этого закона практически невозможно становится открытие переговоров насчет вступления в Евросоюз. Вы знаете, что Грузия получила статус кандидата, но, наверное, этот статус приостановится. И следующий этап – это президентское вето, которое она, Саломе Зурабишвили, президент Грузии, наложит на этот закон. И потом через две недели парламент должен опять проголосовать. Но, насколько я понимаю, грузинская мечта собирается пересилить это вето и принять этот закон. Потому что все их разговоры о том, что там они начнут какие-то, может быть, переговоры вот после третьего чтения, это все вранье, потому что там нету никаких... Тут нечего, не о чем говорить. Этот закон не должен быть принят. Тут нету никаких возможностей исправлять там, не знаю, этот закон, делать его менее опасным для нашей страны. Так что особенно то, что они принимают этот закон сегодня, когда в Тбилиси находится представитель американского правительства, который работает над санкциями, Джим О'Брайен. Когда в Грузии находится делегация Евросоюза, несколько министров, несколько представителей нескольких стран из парламента разных стран, это прямое, скажем так, заявление Иванишвили, что он отказывается от прозападного пути Грузии и официально оформил путь в Россию для Грузии. Сейчас идет демонстрация и очень напряженная ситуация на улице. В парламенте все уже закончилось. Они собрали очень большую силу там полиции и спецназа и вывели отсюда депутатов, которые проголосовали за этот закон, потому что они уже не могут передвигаться, то есть без охраны полиции, без охраны спецназа. Ну и люди собираются, конечно, у парламента. Я думаю, что сегодня будет опять очень много людей выйдут на улицу. И, конечно, сейчас начинается главная борьба Грузии. Это борьба за освобождение от русского режима, который правит нашей страной. Потому что если у кого-то были какие-то сомнения, что Иванишвили и его правительство – это на самом деле ставленники Владимира Путина, по-моему, сегодня все поняли, что тут мы имеем дело прямо с российскими спецслужбами и их операцией, которую они провели сегодня в грузинском парламенте руками грузинских законодателей, которые просто грузины по этническому, скажем так, но на самом деле они представляют российский интерес. Сьогодні ваша колега по парламенту Хатія Деконоїдзе, відповідаючи на моє питання, сказала, що під загрозою перебуває і статус Грузії як кандидата, країни-кандидата до Європейського Союзу, про те, що ЄС після цього голосування може або відкликати, або навіть відмінити ось цей статус, і в цілому це все буде впливати на євроінтеграцію Грузії. Чи ви вбачаєте ось такий ризик, і якої реакції чекали би від європейських країн, їхні представники сьогодні в Тбілісі, після того, що сталося, після того, як парламент проголосував? Я думаю, что предоставление кандидата, статуса кандидата, это неизбежимо. То есть, если даже ЕС не примет такое решение, что вот приостанавливаем статус кандидата, никакого прогресса не будет. И я думаю, что Еврокомиссия напишет через несколько месяцев, они должны
написать, как идет прогресс, они скажут, что никакого прогресса нету, и поэтому нельзя начинать вообще говорить об открытии переговоров. Так что де-факто приостановится статус кандидата, конечно, но я не исключаю, что в повестке дня уже и ведут вопрос отменения безвизового режима между Грузией и Евросоюзом, потому что об этом тоже пошел разговор, так что... Может быть, уже начнут тоже думать об этом, что безвизовый режим нужно отменять с Грузией в данной ситуации. Но я считаю, мы много раз об этом говорили с нашими коллегами на Западе, что сегодня самое важное, чтобы Запад показал, что они готовы принимать уже режим санкций против Бедина Иванишвили и его режима, потому что... Это единственное настоящее влияние, которое они могут, скажем так, которое они могут организовать против Иванишвили, это санкции против него, против депутатов, которые проголосовали за этот закон, и других представителей власти. В Евросоюзе, конечно, будет труднее принимать решение о санкциях, потому что Венгрия, наверное, будет стараться помочь своим союзникам, и как они старались вот сорвать статус кандидата для Украины, также они будут стараться, чтобы санкции не наложил Евросоюз на Иванишвили и его соратников, на его представителей его режима. Но я думаю, что Евросоюз должен найти пути того, чтобы и без Венгрии проводить те меры, которые сделают жизнь вот этих людей, которые сегодня стараются пойти против грузинской конституции, потому что в Грузии у нас по конституции наше будущее записано будет в Евросоюзе и в НАТО. И на самом деле то, что сегодня Иванишвили старается сделать, это отменить демократию, провести выборы, где он, как Лукашенко, напишет себе, какие хочет такие результаты. Наверное, он хочет написать себе результат большинства конституции, чтобы сменить конституцию, уже официально сменить курс нашей внешней политики. Я думаю, что он стремится к этому. Но я тоже думаю, что это у него не пройдет, потому что Грузия – это не Беларусь. У нас мы меняли власть уже несколько раз за последние 30 лет. И я думаю, что грузинское общество будет бороться против этого. И оппозиция, конечно, мы сейчас будем уже... Политический процесс начнется, и через этот политический процесс мы будем уже давить на правительство. И вот вместе давление с Запада, давление от грузинского народа, я думаю, что кончится тем, что мы сменим власть, и Грузия вернется к тому пути, который мы выбрали еще 30 лет назад, что Грузия будет независимое европейское государство, а не часть какой-то евроазиатского объединения под Путиным, как это хочет Россия и как хочет сьогоднішня власть Грузії. На що готові грузинські протестувальники? Бо ви самі сказали, що Грузія – це не Білорусь. І чи є у цього протесту, який триває уже кілька тижнів після другого голосування, чи є сильний лідер, який може вести за собою і мотивувати людей продовжувати боротися за свої права? Чи там не треба мотивувати, грузини знають, що відбувається? Я извиняюсь, я недостаточно владею украинским, но насколько я поняла, вопрос касается того, кто будет лидером этой борьбы. Чьи такие лидер? Знаете, во-первых, сейчас общество очень самоорганизованное, и этот протест, он идет... Там, я бы сказала, что политические лидеры как раз не играют там большой роли, потому что общество само собой протестует. Но, конечно, сейчас к этому нужно добавить политический компонент, поэтому и моя партия, и другие партии, у нас консультации, мы будем объединять наши усилия, и будет уже, то есть
как-то вот этот протест, который начался тем, что это был протест против закона, я думаю, что уже переходит в ту фазу, где это будет протест против правительства, и уже очень, очень ясно, что, что мы слышим от демонстратов, это не то, что нет российскому закону, а нет российскому правительству. И я думаю, что до сегодняшнего дня еще многие люди надеялись, что правительство отступит, потому что они сделали так в прошлом году, когда они с первого чтения приняли закон, а с второго чтения они сами отказались от этого закона. А вот сегодня, когда уже закон принят официально третьим чтением, уже всем ясно, что это другой случай. Сейчас Иванишвили и Путин не собираются, то есть, отступать. Так что я думаю, что протест только усилится, а не наоборот. И политический компонент уже тоже будет достаточно сильный. Ви згадали про те, що ну фактично чинна влада Грузії вона діє як проксі російський в інтересах Російської Федерації, намагаючись, скажімо, відтворювати російську реальність політичну. Звідси наступне питання: чи ви не вбачаєте з огляду на вашу новітню історію 2009 рік, два окупованих регіони Грузії, які до сьогоднішнього дня знаходяться під окупацією? Чи ви не вбачаєте проби нової дестабілізації з боку Росії, якщо дійсно під загрозою опиняться ті політичні сили, які зараз представляють інтереси Росії? Ну, знаете, у нас, конечно, проблема с оккупацией 20% нашей территории, но в то же самое время, что мы видим там за последние несколько лет, это то, что те граждане, которые живут в оккупированных территориях, они тоже с большой надеждой смотрят на самом деле на европейское будущее Грузии, потому что они тоже понимают, что жить в совместном государстве, в европейском государстве с грузинами, это для них гораздо лучший выбор, чем жить под российской оккупацией. И я думаю, что вот поэтому как раз для России сейчас очень важно приостановить наше движение в Евросоюз, потому что, допустим, если, скажем, безвизовый режим с Евросоюзом, конечно, это мотивация для людей, чтобы они брали грузинские паспорта, и вообще у нас очень много было бы возможностей, и будет эти возможности, когда мы сменим эту власть, уже для того, чтобы мы смогли продвигаться по направлению к тому, чтобы искать новые пути с людьми, которые живут в оккупированных территориях. И это мотивация сегодня тоже России, потому что они, конечно, хотят дестабилизировать Грузию, потому что чем менее стабильная Грузия, тем для них, это, конечно, для их интересов это важнее, потому что это не только Грузия. Наше европейское будущее очень влияет на весь регион, потому что, допустим, Армения, мы видим, что после того, как Грузия получила статус кандидата, в Армении мы тоже видим, что они очень сильно сейчас хотят продвигаться дальше по направлению к Европе. И даже центральноазиатские страны, они начали думать о том, как выстраивать новые отношения с Евросоюзом и свою автономию от России углублять. И, конечно, для России стратегически очень важно приостановить грузинское будущее в Евросоюзе. И, к сожалению, сегодня это то, что они делают руками режима Иванишвили. А на що готові протестувальники зараз? На що вони готові, я извиняюсь. Ну, ми бачимо, що протест не становиться менше, тому що, допустим, 11-го, коли вийшли люди на вулицю, це була найбільша демонстрація в історії Грузії. И это о многом говорит, потому что мы немало демонстраций видели в нашей стране. Так что я думаю, что вот все это насилие, которое сейчас мы видим на телевидении, это все действует на самом деле
на общество в том роде, что они становятся, протест становится еще жестче, и еще больше людей знают, что они должны протестовать против этого правительства, пока еще есть шансы изменить что-то, потому что никто не собирается жить в такой стране, как Беларусь или Россия, где у людей просто отобрали все права, и все понимают, что нужно остановить Иванишвили сейчас, потому что он как раз-таки старается предложить нашей стране такое будущее. Так что я думаю, что протест будет только расти за будущим, а не наоборот. Ми будемо за цим стежити і будемо вдячні наперед, якщо ви теж знаходитимете час для того, аби нам про це розповідати, інформувати нас. Саломе Самадашвілі, нагадаю, та дякуємо вам, депутатка парламенту Грузії від опозиційної партії ЛЕЛО і колишній посол Грузії у Євросоюзі з нами на зв'язку.